Привет, ребят, сейчас я покажу вам, как вязать один из крутых морских узлов. Морской узел брамшкотовый, который использовался во флоте и служит для связывания двух веревок одного и разного диаметра, то есть одной и разной толщины. Как он вяжется? Сгибаем веревку. Сгибаем. Если у нас разный диаметр веревки, то сгибаем ту веревку, которая толще. Продеваем. Берем побольше, потому что нам еще нужен будет контрольный узел. Под ней же один раз. И под ней же второй раз. Это сам узор брамшкотового узла. Вот так он выглядит правильно. Но это не законченный узел, и на нем обязательны контрольные узлы. Почему обязательны контрольные узлы? Потому что при попеременных нагрузках есть риск, что он ослабнет, и тогда он развяжется. Контрольные узлы мы вяжем скользящие. Скользящий контрольный узел — это обычный узелок вокруг веревки. Существуют еще глухие контрольные узлы, но именно к этому узлу, к брамшкотовому, они неприменимы, потому что если мы завяжем контрольные узлы, то наши две веревки будут держаться на этих контрольных узлах, а не на самом узле брамшкотовый. Вот такой вот узел, ребят. Спасибо.